ходу. Дословно переводится ходить по грязи. Скажите, обратите сейчас внимательно посмотрите. 注意听. Внимательно послушайте. Окей. 还要注意记. И внимательно запишите. 八卦掌的汤尼布. В ладони 8 грамм. 有5个字. Есть 5 букв. 各字. Ё-твой. 右腿 правая стопа 第一个字 蹬 первый рубль 把重心移过来 蹬 then 到时候你会是怎么样的 то есть 磨 то есть сейчас идет шаги на небу то есть в этом на небу существует 5 рубль 这个叫蹬 первый рубль 蹬 когда мы вес тела с пятки переводим на передний 把重心 центр сместился на левую ногу. То есть первое, да, толчок произошел. Второе, когда правая стопа начинает тереться по левую стопу. То есть по внутренней поверхности стопы. Контакт происходит. Третий уровень. Это дословно бить, пинать. Стопа ударила, вышла вперед. Дальше, иероглиф там, скользить, проскальзывать. И в этот момент мы пальцами стопы хватаем за землю. Левая стопа тоже. Когда стопа уходит на землю, в этот момент пальцы цепляются за землю. Когда мы тренируемся, отрабатываем этот шаг, раз, мы делаем удар. Остановка. Одна секунда или 2 секунды. Если вы не стабильно стоите, 不稳怎么办? Что делать? 两个七步. 2 коленных сустава. 加上, соедините вовнутрь. То есть встанете на положение более стабильно. This. Okay. Раз. Раз. Два. Раз. Два. Окей. 5 километров.